Встань на колени перед Иисусом Христом. Встань на колени перед Христом. Давай проявляйся. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я помяну тебя. Проявляйся. 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 Именем Иисуса. Именем Иисуса. Давай, давай, давай. Огонь на твое тело. Кто ты? Громче! Зоя. Именем Иисуса Христа. Сейчас. Зоя. Открывайся. Выходи наружу. Зоя, выходи наружу. Громче говори. Кто ты? Называй. Какая у тебя сила действует? Какая сила у тебя? Какая сила? Говори! Именем Иисуса. Давай быстро. Давай, бес, говори. Говори, демон. Огонь.
сжигаю тебя огнем. Давай говори. Откуда ты пришел? Откуда пришел? Говори. Говори. Огонь. 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 Огонь, 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 огонь. Спасибо.
она принесла жертву своих будущих детей. Что, завет какой-то? Да, это был завет. Она не помнит это. Поскольку когда она общалась с женщиной, она в транс пошла. И когда она вошла в транс, она говорила, я повторяю, я принесу жертву детей. То есть она устанет это? Да, да. Она была в трансе в этот момент. То есть когда она повернула эту ванну, она, ну, она без сорна. Эти духи ходили, она начала, она давала духом начала будущим детей. Я когда молился, я вот до этого аннулировал какой-то завет. Даже если он происходил, как бы по ее неведению. Это было ответ. Это я говорю, Господь, я благодарю тебя. Каждую клеточку нашего создания соединяет в небесах. Появляется правая истина. Он нарастает, 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 нарастает. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Сейчас появляется яичник. Что такое? Спасибо, Иисус, ты так любишь нас, ты так любишь яичник. Спасибо, я вам буду жить. Спасибо. Дух Святой, ты восстанавливаешь, отталкиваешь, ты подрисовываешь. Ты восстанавливаешь развалин. Ты превращаешь летущий страх, эту жизнь, эту жизнь, летущий страх. Наполняю, наполняю, наполняю. А, спасибо, Иисус. Сейчас, во имя Иисуса Христа, все поврежденное уходит. И именем Иисуса Христа, все жертвы и чудеса разрушаются. Все заветы, слова, сказанные в жизни этой женщины, отменяются именем Иисуса Христа. Я говорю сейчас. Все заветы, все слова, все клятвы, сказанные колдовством, которые открыли оккультные двери, прямо сейчас закрываются кровью Агнца. Кровь Агнца прокрывает Риту, накрывает ее, кровь Иисуса накрывает ее. Дверь закрывается, дверь закрывается, дверь закрывается, дверь закрывается. Дверь закрывается, 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 дверь закрывается, 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 и именем Иисуса Христа закрывается, завет разрушается, 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 и именем
сейчас мы забираем этих детей. Мы забираем этих детей у бесов. Мы забираем и отбираем этих детей у тебя, сатана. Мы забираем их у тебя. Ты больше не властен удерживать детей, Ритер. Сейчас мы забираем души этих детей, этого мальчика и этой девочки, которые были удержаны тобой в клетке. А в аду мы забираем души этих детей. Забираем и именем Иисуса Христа. И мы возвращаем их обратно. Возвращаем их обратно. Возвращаем! 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 Не знаю, насколько это сознательно, но она была хорошо.
Thank you.